Мы обсуждали этот вопрос тоже на встрече с президентом. Я и курирую еще и сферу торговли, поэтому я уверен, что мы с нашими компаниями, которые занимаются розницей в Петербурге, а у нас все-таки 6-миллионный город, плюс, как я сказал, 9 миллионов туристов еще в год приезжает, поэтому мы переговорим с нашими крупными торговыми сетями в части, касающейся налаживания таких прямых поставок этих товаров, как первично переработанных, например, там, в те же самые соки, значит, или там какие-то концентраты, так и просто как свежие фрукты и овощи, которые, конечно, нужны на прилавках в Санкт-Петербурге. Что интересно жителям Санкт-Петербурга? Вот, допустим, вот в Абхазии будет такой бизнес развиваться. Вот какие виды товаров, продуктов были бы интересны на рынке? Да, я думаю, что все, что сегодня производится в Абхазии, в том числе и то, что можно будет начинать производить дополнительно, будет востребовано на рынке в Петербурге.